Всем привет-привет! Хочу сегодня сделать вот такую вот масочку. Ой, как показать вот так. Сейчас попробую ее нанести. Вот такая вот у меня масочка. Красота! Рот не открывается. Сейчас похожу чуть-чуть, минут 15, и буду ее сдирать. Что-то даже волосинку уже в маску делала. Вот такая вот у меня сегодня масочка. Хотела черную нанести, что-то я ее не нашла, поэтому пришлось просто огуречную, просто прозрачную нанести. Поставила молоко. Не знаю, свернется, нет, но вроде не должно. Дима попросил суп с лапшички. Сейчас вот сварю супчик с лапшички. Поставила чайник, сейчас чай попьем. И достала две упаковочки фарша. Замороженные с балкона. Я их на батарею так поставила. Это, беляши что ли сегодня пожарить? Сейчас тесто поставлю. Сегодня нам еще с Димой на прием в поликлинику без 22. Вот сейчас до этого времени тесто замешаю, фарш не знаю. Блин, надо было вчера его занести, что-то не подумала. И беляшей пожарим. Такой вот супчик молочный получился. Дима, который болеет, сидит. Он почти полную тарелочку съел. Сказал, все, я наелся. Вкусный супчик? Да. Всем привет-привет! Идем с Димой в поликлинику на прием. Дима у нас приболел. Кашляет. Вот идем на прием. Сегодня с утра шел снег у нас. А сейчас солнце прям такое яркое светит. Аллейку прочистили. Да. А тропинки здесь прям барханы. Представляю, как это все будет проваливаться. Ну, стряхнул снег прям в лицо. Пошли. А ты когда в школу ходила, там было много снега. Так, чуть дальше пойдем. Вот елочки красивые, снежные. Снегу. Ужас. Всю зиму толком не было снегу. А в конце как дало-дало. Как навалило. Сюда. Все везде по тропиночкам ходим. Это наш старый кинотеатр. Он же... Как мы сюда приехали, он уже не работал. Здание стоит, постепенно рушится. Постепенно осыпается штукатурка. Жалко, здание-то хорошее. Я говорю, кто-нибудь бы выкупил его. Там под, ну,
магазин какой-нибудь или еще что-нибудь. Такое здание. Сейчас у нас кинотеатр в Доме культуры сделали, кинозал. Поэтому этот кинотеатр уже не нужен. По снегу так тяжело идти, прям это задыхаюсь аж. Тропинки еще не чисто натоптанные. Это тропинка, по которой я хожу на работу каждый раз. Ладно, сейчас придем в поликлинику. Что нам скажут, что пропишут? Посмотрим. Вышли мы с детской поликлиники, оставили нас дома до пятницы. Ничего такого серьезного не назначили, то что мы делали: ингаляции, натирать. Ну, Дима, ты что делаешь? Вот так вот мы болеем, по снегу валяемся, да? Да ты специально упал, я же видела. Вот сосалки купить какие-нибудь от горла. Послушала на его, горло посмотрела. Так, что еще, ингаляции, ножки парить. Ну, такое все незначительное. Ну и лазалван сироп подавать от кашля. Пятницу на прием. Пойдем. Так, а я где в пятницу, дома или на работе, а? По-моему, в пятницу я дома. Сейчас зайдем в аптеку, купим лазалван, потому что у меня там нож заканчивается. И пойдем до дома. Здесь у нас аптека есть, называется государственная. Она очень дорогая. Я сюда никогда не хожу. Если только прям уже экстренный случай. А так, пойдем сейчас в другую аптеку, которая более подешевле. Вот моя работа. Виднеется красная крыша. Это моя работа. Дима, не в эту идем аптеку. Мы идем дальше. А пошли мы здесь через двор. Я же вот свою работу минут 5. Ну, в развалочку 7 минут ходьбы. Вообще рядышком. Через этот двор хожу, кстати. Вышли с аптеки. Купили на 428 рублей. Что купил? Лазалван 216 рублей. Не видно, я вам так прочитаю. Скорбинку пластинку взяла 17 рублей. Цветы календулы. Я травой постоянно пользуюсь, календулой, горло полощем. Я думала, она дешевая. Она стоит 86 рублей. Чуть не офигела. Милорд один взяла. 107 рублей. В итоге 428 рублей чек. Я поняла, почему трава дорогая. Потому что она в пакетиках. Рассыпная, наверное, дешевле стоит. Не наверное, а точно. Просто, что в пакетиках удобней. Заварил. И все, как чай. И пьешь, полощешь. А если рассыпная, ее надо цедить, отцеживать. Поэтому такую дорогую взяли. Идем сейчас копеечку. Вчера была в магните. Чуть не офигела. Бананы. 94 рубля. Чуть не обалдела. Были 79, стали 94. Ну, я, конечно же, пошла стороной их. Мандарины хочу купить. Наш центр. Дом культуры. Сейчас зайдем в копеечку, купим мандаринчиков. Сама люблю, хочу мандарины. Сейчас возьмем. Пришли мы с копеечки. Сейчас покажу, что мы купили. Такой вот пакет. Зашли за одними мандаринами. Как всегда, вышли. Все подряд набрали. Яйца десяток. Яйца крупные. Эти яйца
По-моему, 79 рублей. Вообще дорогущие яйца, конечно. Так, вот такой вот один красный лучок. Прям захотела я салат. Красный лучок. Дальше. Два огурчика. Дима оливьешку просит. А я вообще-то взяла салат делать, но не знаю. Ой-ой-ой, рассыпались помидорки у меня тут. Помидорок немножко. Вот такие вот маленькие. Вот я хотела салатик сделать, но что-то Дима просит оливье, не знаю. Мармеладки. Фруктово-ягодная смесь. 46,24. Вот эта вот коробочка. Килограмм 129,90. Именно люблю, кстати, мармелад, чтобы он был именно с сахаром посыпанный. Не гладкий. Рука это у меня не грязная, это у меня от картошки. Ты же скажете, что руки у меня грязные. Это от картошки, но постепенно отмывается. Сразу не отмывается. Так, дальше. Набрали вот столько вот конфет. Всяких разных. С Димой тут. Ну, такие вот всякие разные конфетки. С килограмм. Чуть больше здесь, чем килограмм. Так, дальше. Морковочка. Два пакетика. Тут три морковины. И тут очень удобно, что они распакованы уже. А, тут четыре штуки. Тут три, тут четыре. Это салат по-корейски, может быть, сделаю, поэтому взяла. Ну и, собственно, зачем мы заходили, это мандаринчики. Мандаринчики что-то на вид какие-то не очень такие красивые. Но по цене очень, даже 99 рублей. Обалдеть, конечно. Вот за это все я отдала 746 рублей. Пол пакета принесла, почти 750 рублей отдала. Вот такая вот у нас сегодня закупочка. Вот такой вот у нас поход в центр, в поликлинику. Сейчас вот прибежала, быстренько буду варить борщ. Я уже тут все подготовила, картошечка мне там начищена. Это фарш, я собираюсь тут. У меня стоит уже пара, нужно вымешивать, замешивать тесто. В общем-то, у меня сегодня дел по кухне километр. Сейчас буду борщ варить и одновременно замешивать тесто на беляшики. Так что вот такой вот у меня сегодня выходной. Одно название, да, что выходной. Ну все, оставайтесь с нами.